Добрый день, Виктор Вячеславович. Добрый день, Алексей. Виктор Вячеславович, вот только что прошла встреча в верхах, как говорили раньше, саммит руководителей Беларуси, России и Казахстана в Минске. И там было очень много разных сделано заявлений, оценок, так скажем. Вы имели возможность познакомиться с этими заявлениями? Следил, смотрел, как идут сами процессы переговоров, какие были высказаны претензии, какие были приняты решения на основании задач, которые стоят сегодня перед таможенным союзом и по созданию Евразийского союза. Виктор Вячеславович, вот в связи с этим вы же были свидетелем создания всей этой интеграционных проектов. В частности, меня больше всего поразила смена отношения Назарбаева к Евразэс. Ведь правильно я понимаю, что он был один из инициаторов создания этой организации, а сейчас почему-то очень активно выступает против нее? Да, Алексей, вы правильно говорите. Он был одним из инициаторов создания такой группы Евразэс. Причем в тот момент времени, когда еще не было такого мощного противостояния между двумя президентами Казахстана и Узбекистана. И казалось, что эти интеграционные процессы в тот момент времени Евразэс, включающие центральноазиатские страны, даст, по крайней мере, толчок к развитию именно этого региона. И скрывать не будем, почему сегодня Киргизию лихорадит, потому что это не самое достаточное государство. С такой численностью населения невозможно создать все необходимые и атрибуты государственности, поддержать деятельность государства. Необходимо какие-то функции передать, что-то получить извне, для того, чтобы можно было уверенно сосуществовать в современном мире. И очень привлекательно было, ну, сам процесс, представляете, да, 15 там, миллионов было в Казахстане население, 23 миллиона в Узбекистане было население, плюс те республики, которые тоже входили в Евразэс, и сейчас они входят около 60 миллионов, в общей сложности насчитывалось население, и уже этот регион мог быть самодостаточным, и создание этого экономического объединение вселяло какую-то уверенность в жителей этого региона, что все нормализуется, все станет на свои места. А вот сейчас, как вы правильно подметили, когда Назарбаев выступает инициатором о ликвидации данного экономического союза, здесь я усматриваю два момента. Первое, нужно было пустить пыль в глаза людям, проживающим в государствах центральноазиатского региона в тот момент, когда было не очень просто, сложно. И когда каждое государство выстраивало свои барьеры, границы, и на границах просто издевались над людьми, и нужно было успокоить народ, иначе могло быть чревато всякими последствиями. И вот тогда появился такой союз. Но в дальнейшем, так сказать, борьба за лидерство в Центральноазиатском регионе между Назарбаевым и Каримовым, она получила довольно-таки большой толчок к своему развитию. И Евразэс затормозился. Мы прекрасно понимаем и видим, что из этого практически ничего не получилось. Но зато 3 года тому назад появился таможенный союз, когда Назарбаев, помните, 16 декабря, когда в Казахстане были ужасные действия по отношению расстрела от иранских нефтяников, он появился в Москве и выступил за евразийское пространство, отметил всему, так сказать, миру о том, что это была его идея, что это он предложил, что это не что-то такое новое, это продвижение его идеи о создании этого евразийского пространства. И вот сегодня он выступает о том, что Евразэс должен прекратить свое существование. Понимая, что эти государства, которые трое вошли в таможенный союз и в перспективе видят создание экономического союза, а там остаются Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, вероятнее всего, вот эта борьба за лидерство в Центральноазиатском регионе не дает покоя Нурсултану Назарбаеву. Он хочет один на один оставить Ислама Каримова, который взял курс совершенно в другом направлении.
Виктор Вячеславович, ну вот с Каримовым все понятно, тем более Узбекистан, в принципе, вышел из состава Евразэс. Но он специально оговаривал там права какие-то своеобразные двух других государств, я имею в виду Таджикистана и вот Киргизстана. И в частности, вот что меня заинтересовало, ведь в Евразэсе Киргизстан и Таджикистан были полноправными членами. А в таможенном союзе Назарбаев предлагает их рассматривать исключительно как наблюдателей и не говорит пока ничего больше. Вот за этим что-то стоит? Вот как вы это оцениваете? Я думаю, что в этой ситуации есть определенный страх потери контроля по прохождению товаров на границе. Если Кыргызстан входит в таможенный союз или прекращает действие Евразэс, то товары могут пересекаться через границу Кыргызстана и приносить прибыль уже Кыргызстану. Казахстан в этой ситуации потеряет определенный доход по отношению к движению товаров. Я думаю, что вот страх по потере контроля над границей, который сегодня осуществляет сам лично Назарбаев в Казахстане по отношению к тем товарам, которые поступают извне, в частности из Китая, огромное количество товаров идет через казахстанскую границу, то не исключена возможность, что они пойдут через Кыргызстан. Потому что граница между Казахстаном и Кыргызстаном откроется, а у Кыргызстана есть свои, так сказать, потоки поступления китайского товара через границу Китая и Кыргызстана. Поэтому он обеспокоен. Лучше Кыргызстан привести в разряд, так сказать, наблюдателя в таможенный союз, чем оставлять эту структуру, которая будет заниматься сегодня и, как он сказал, будет дублировать действия этого органа, который будет призван оказывать содействие государству, входящих в таможенный союз, а в дальнейшем и экономический союз. Вот еще была одна такая интересная, мне показалась, цитата, когда Нурсултан Назарбаев сказал, что, ну, с таким обиженным видом, что вот, дескать, по транспортировке нефти не договорились, по железнодорожным тарифам не договорились, по электроэнергии тоже, а уже рассуждаем, ну и дальше продолжил о всяких интеграционных проектах. Вот в связи с этим у меня возникает такой вопрос, какова реальная цель постоянных разговоров об интеграции, которые вот ведет Нурсултан Абишевич Назарбаев? У меня такое складывается впечатление, что его главное добиться это улучшение конкурентоспособности для казахстанской нефти, которая поставляется на экспорт и пополняет, ну, скажем так, карманы группировки правящей в стране. Алексей, это немаловажный вопрос. Бесспорно, Назарбаев видит увеличение, так сказать, преференций по отношению к основным экспортным товарам, которые идут из Казахстана. А мы видим, что это основное углеводородное сырье, плюс полезные ископаемые. И то, что сегодня он достиг и добился, построив нефтепровод непосредственно в Китай, который позволяет ему порядка, наверное, 20 миллионов тонн нефти перетачивать непосредственно в Китай, минуя все преграды, все, так сказать, барьеры, которые существуют сегодня, используя нефтегазовые, так сказать, магистрали Российской Федерации. Я понимаю, что здесь желание Назарбаева получить максимальную выгоду. Меня тоже немножко удивило, когда с обиженным видом Назарбаев говорит о том, что вот в частности мы имеем такие барьеры. Наше мясо казахстанское не поступает в достаточном количестве в Россию, белорусское молоко не поступает в Казахстан. Главное в этой ситуации добиться, так сказать, преференции для Казахстана, я прекрасно понимаю. Пожаловался президент, большой друг президента Российской Федерации, что его электроэнергия сегодня зажата, он не может через территорию России электроэнергию продать на ту же Украину или Белоруссию, то надежда есть на то, что Путин топнет ногой и скажет своим энергетикам, ну-ка пропустите казахстанскую энергию, пусть напрямую продает и успокоится в этом плане. Хотя, понимая, что сегодняшних мощностей в электроэнергетике Казахстана не будет достаточно для того, чтобы продавать какое-то определенное количество электрической энергии за пределы Казахстана, но если такой барьер есть, нужно обязательно поставить его во главу угла и сказать, что вот такие-то вопросы сегодня решаются.
Виктор Вячеславович, ну вы отлично знаете, я думаю, ситуацию в энергетике Казахстана, есть ли у него вообще возможности по экспорту? Потому что когда возникает вообще эта дискуссия на тему, что экспорт из Казахстана не растет, то возникает такой естественный вопрос, а есть ли что реально экспортировать в рамках таможенного союза и что сдерживает экспортные возможности, опять же, в рамках таможенного союза в Казахстане? Самая главная экспортная возможность Казахстана, конечно, это сырье. И нужно прямо сказать, что Назарбаев принимает лихорадочные меры для того, чтобы максимально это сырье вывести за пределы Казахстана и получить максимальную прибыль. Но максимальную прибыль не для народа Казахстана, поскольку сегодня все это углеводородное сырье продается совершенно другими компаниями, совершенно другими подразделениями, и вся прибыль утекает совершенно в другие карманы. Лозунг Назарбаева: пусть предприятие работает, выплачивает заработную плату, платит налоги, нам достаточно, пусть все это работает. Лозунг вчерашнего дня. Сегодняшняя экономическая ситуация показывает, что и прибыль, которая получается при добыче и переработке и продаже углеводородного сырья, должна делиться соответствующим образом между компанией, которая добывает, и тем государством, которое представляет услуги для этой компании, дает возможность работать по добыче этого сырья в Казахстане. А все остальное практически сегодня не пользуется спросом. Посмотрите, казалось бы, компания «Казахмыс», имея медиплавильный завод в Жезказгане, выпуская черновую медь, катодную медь, могла бы организовать производство, то, которое сегодня является высокой технологичности, и продавать уже готовую продукцию. Так нет, принято решение «Казахмысом» о закрытии данного производства и руду, добываемую в Сатпаеве, отправлять непосредственно в Китай для того, чтобы Китай получал добавочную прибыль, высокую добавочную прибыль от глубокой переработки меди. Ну, это разве правильный подход? Это маленький пример я вам привел. А «Казахмыс» в свое время закрыла такой же медиплавильный завод в Глубоком, когда губернатор Восточного Казахстана Мед воевал с «Казахмысом», но ничего не смог добиться. 1200 человек оказались вообще в этом небольшом поселке, в районном центре без работы, без средств к существованию. И где-то, грубо говоря, 5-6 тысяч человек, жители этого поселка, которые питались от этого завода, остались вообще без денег. И то же самое, я смотрю, в Жезказгане принимается решение, реализуется, и ни о чем никто не думает и не говорит. Поэтому было удивительно, конечно, высказывание Нурсултана Назарбаева, хотя я прекрасно понимаю, это было сделано только для того, чтобы повысить свой авторитет и поторговаться, что вот я сегодня вхожу в таможенный союз, но вместе с тем вот такие-то вопросы решаются. Если говорить об электроэнергетике, то в последнее время практически не было введено каких-то мощных, больших мощностей в Казахстане, чтобы продавать продукцию за рубеж Казахстана. Единственный блок 300 мегаватт был демонтирован, отработавший свой ресурс, и смонтирован евразийской группой на Аксуйской ГРЭС, бывшей Ермаковской ГРЭС. Хочу сказать, что, может быть, Майнакская ГРЭС, которая была в конечном итоге запущена, и я думаю, что она будет вырабатывать дополнительную электрическую энергию, но там мощность не такая большая, 200 мегаватт, поэтому говорить о том, что какой-то поток электрической энергии хлынет сегодня на экспорт из Казахстана в другие страны, это несерьезно, нереально. Но возможности для этого теоретически у Казахстана существуют, безусловно, да, по развитию? Возможности, конечно, существуют, Алексей, но тут даже говорить нечего. Даже если взять Экибастузскую ГРЭС-2, если бы финансовые ресурсы не тратились Елбасы вот так, как он потратил на выкуп назад у американской компании за почти за 2 миллиарда долларов Экибастузскую ГРЭС-1, а деньги направил на дальнейшее, так сказать, увеличение мощности строительства блока номер 3, блока номер 4 на Экибастузской ГРЭС-2 и ввести, положим, 1 миллион киловатт мощности установленной, если умножить на 8 тысяч часов хотя бы в году она работает на полную мощность, 1 миллион на 8 тысяч, 8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, блок бы дал дополнительно к выработке электрической энергии в Казахстане. Тогда можно говорить и об экспорте продукции из Казахстана электрической энергии в другие страны.
Вот в связи с этим, конечно же, у меня возникает такого общего плана вопрос, который задают уже много, я бы сказал, лет, и многие люди, эксперты. Они задаются так, вопросом, насколько честны, насколько как бы светлы помыслы Нурсултана Абишевича Назарбаева, который с 1994 года говорит о необходимости интеграции экономической России и Казахстана, и теперь вот в более широких рамках. Но в реальности все критики этих, так скажем, заявлений говорят одно, что Нурсултан Абишевич Назарбаев человек, который никогда не разменяет монополию не только на политическую, но в том числе на экономическую власть, контроль над бизнесом. Вот, и поэтому все его заявления об интеграции, они упираются до того момента, когда ему придется какой-то частью своей монополии поделиться с некими конкурентами из других государств. Значит, в этой ситуации, Алексей, я думаю, что аналитики имеют почву под ногами. И Нурсултан Назарбаев, который сегодня является единоличным руководителем Казахстана, и никого практически не подпускает к этому процессу. В ручном режиме ведет регулирование экономики Казахстана. И все, что связано сегодня в Казахстане, делается с личного разрешения Нурсултана Назарбаева. И, конечно же, он не будет делиться никогда своими возможностями, своими правами. И учитывая ситуацию, которая сложилась тогда уже на Узене, в декабре, вы помните, вот это подтолкнуло Назарбаева пойти на шаг по созданию таможенного союза. Ведь до этого он же противился и не хотел отдавать какие-то свои функции какой-то надгосударственной структуре, которая могла бы организовать более компетентно, более правильно всю работу, связанную с созданием единого таможенного пространства, единого экономического пространства, это же ясно и понятно. Поэтому абсолютно аналитики правы. Я подчеркиваю, что Назарбаев готов бы был, наверное, подписать документы все, которые ему предложили в декабре, когда после Жанаозенских событий он появился в Москве. Но спасло то, что документы были перенесены на подписание 2015 года. И тоже с его подачи, вы помните, когда шок от событий в Жанаозене прошел, и он предложил, давайте мы подпишем документы где-нибудь начало 2015 года. Таким образом, он взял тайм-аут, взял передышку для того, чтобы осмыслить, в какую ситуацию попал лично Назарбаев, проводя свою политику. И сейчас, за эти годы, найдя определенный выход из ситуации, и учитывая то, что изменилось толкование всех этих процессов со стороны глав государств, входящих в таможенный союз, даже Лукашенко заявил, что суверенитет не икона, главное благосостояние народа, если этого блага, то можно и поступиться суверенитетом государства. То есть, видите, уже меняется вообще мировоззрение и руководителей государств, лидеров этих государств, с учетом реального экономической ситуации, реальной экономической состояния ситуации в целом в мире. И каждый понимает, что только благодаря объединению, интеграции, увеличению, так сказать, рынка сбыта товаров и увеличению рынка труда, улучшение процессов, происходящих на этих рынках, позволит этим государствам быть конкурентоспособными. Почему сегодня таможенный союз боится вступления Украины в Евросоюз и подписание хотя бы этого соглашения, когда Украина получает практически преференции страны Евросоюза? Потому что нет на сегодня конкуренции. И даже Казахстан, если взять в целом за 20 с лишним лет правления Нурсултана Назарбаева, практически не были созданы условия для конкуренции и выпуска продукции. Что там говорить? Это же так. Да. И только сейчас, спустя столько лет и попав в такой глубочайший экономический кризис, хотя Нурсултан Назарбаев пытается всему мировому сообществу доказать, что Казахстан практически не повлиял, вышел уже сегодня из состояния кризиса и экономическая ситуация стабильна, и как он заявил на съезде, что в
Рост ВВП в 2013 году составит 6% к уровню 2012 года. Но нужно посмотреть, что этот рост ВВП дает и кто дает этот рост ВВП. Если это те месторождения, которые начинают производство, добычу, и эта вся продукция уходит за пределы Казахстана, то эти деньги не работают на Казахстан никаким образом. ВВП растет, а положение дел жителей Казахстана ухудшается, потому что жизнь требует дополнительных затрат, социальных затрат, повышения пенсии, повышения зарплаты и так далее, и так далее. А где все это брать? Потому что практически нет у Казахстана возможностей. И начинается выискивание, продление возраста выхода на пенсию и так далее, и так далее. Объединение возраста пенсионного мужчин и женщин, делать одинаковый возраст выхода на пенсию для мужчин и для женщин. Вот это те непопулярные меры, которые негативно сказываются на имидже авторитета Назарбаева. Он сейчас ищет пути. Народ-то понимает, что интеграция – это благо для всех народов. А вот на пути этой интеграции стоят вот такие никчемные, я бы сказал, претензии. Ну, просто несерьезно слышать это из уст руководителя одного из государств. Ну, просто несерьезно. Эти вопросы решаются телефонным звонком одного руководителя государства с другим руководителем государства, и контроль над действием соответствующих членов правительства, которые участвуют в этом процессе, все будет двигаться вперед, если есть желание. Спасибо большое вам, Виктор Вячеславович, за интересное мнение, спасибо за интервью и до новых встреч. Спасибо, Алексей. До свидания.